уходить к оврагу будет, ты как раз куда-то вот на угол поля свою сторону Продвигаемся немножко вперед. Продвигаемся. Зашел внутрь, вот сейчас иду по следу, обходит посадку. Может, изнутри своего цветная. Стреляю на парень. Чё там? Ну скажи, что готов.
мужчины, я принимаю поздравления с полем. Ведь увидел, ребят, смотрите. Запись была. Ну, запись была, слава богу. Вот увидел двоечку. Вот он вышел с кустов. И вот сюда залег. Вон там у него лежечка была. Не подвела чуйка. Охотничья. Так, сейчас пойдем посмотрим, что у нас там за трофейчик. Фу, вот так бывает. А я, честно говоря, уже надежду потерял. Товарищ сегодня стрелял одного. Пригладили мы его. Ну, мороз сильный, честно говоря. Но заряд слабоват. Пух вылетел, но ранений нет. То же самое у меня. Но на видео, скорее всего, есть. Выстрел, пух вылетел, а ранений нет. Смотрим. Вот наш вылетел зайчишка. Ну, тут шансов не было. Вот легла дробь. А вот его последний прыжок. Самокрут, рулит единичка. Как говорил один товарищ недавно в комментариях мне на ютубе, ты че, охот ТВ привычку взял у зайки прощения просить? Я давно у них прошу прощения. Прости, зайка, я не специально. Вот такой вот достойный экземпляр. Чудом дом взвешу. Довольно-таки увесистый. Фу, ну что ж, с полем меня. Смотрите дальше, попробуем что-то еще изобразить. Налево пошел! Налево пошел! Первый пример на тебя идет.